Всем привет! Сделали плиточные работы. А вот плитка, заказчику не нравится шов. Ну, говорит, слишком толстый шов здесь. Вот смотрите, вроде как бы нормально все сделано, красиво. Все прекрасно. Шов такой вот нормальный везде. Ну, немножко плитка кривая, говорит, не буду принимать. Вот плитка у вас такая вот кривая. Мне хочется ровно. Сейчас я покажу. Чтобы плитку выровнять, нужно взять один прекрасный инструмент. Я нашел этот инструмент, сейчас покажу, как я ровняю плитку, чтобы был ровный шов. Вот и плитка становится намного ровнее, благодаря вот этому прекрасному молотку. Всем советую.